Перший бювет у столиці з'явився не багато, не мало, а 60 років тому. Розташований він на території філії військового госпіталю, що на вулиці Львівській, 15. Свердловина з'явилась тут не випадково, адже ця місцина здавна вважалася курортною зоною. Хто і коли приходив поправляти власне здоров'я артезіанською водою, наразі вже ніхто і не знає. Тим паче, що зараз він більше нагадує пам'ятку архітектури, ніж джерело питної води. А от якої якості вода у сучасних бюветах, чи поповниться столиця новими скважинами, та про технологію їх буріння ми сьогодні поговоримо із генеральним директором спеціального водного господарства комунального підприємства «Київводфонд» Світланою Козловською. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нас. І Катя вже згадала про те, коли був створений перший бювет. А от в нас цікавить також інформація, яка кількість свердловин наразі функціонує успішно у столиці. На сьогоднішній день працює 154 бювета. 33 не работают, причем не работают по причине именно, точнее, возобновления их возможно исключительно в, ну, в случае бурения новой скважины. Поэтому планы у нас, начиная с 2015 года до 2020, возобновить работу всех этих свердловин. В прошлом году мы сделали 4 проекта и пробурили первые 2 скважины за последние, наверное, 10 лет. Да? То есть это была, ну, начата такая работа по возобновлению работы в прошлом еще году. В этом году у нас уже запланировано 10 проектов и 8 новых скважин, ну, то есть уже строительство их. То есть работа, ну, идет, не прекращается и, ну, все по плану. Я бы так сказала. До речі, вже де незабаром з'являться нові бювети? Ну, перше, я скажу, наверное, где он з'явився в этом году. Уже открылся бювет на улице Освіти 5, улиця или проспект, точно не знаю, даже не скажу, да? Освіти 5, это в Солом'янському районі. Незабаром з'явиться новий бювет, откроется, который тоже долгое время не работал, в Святошинском районі на улице Наумова, 27, ну, ориентировочно. Следующим по плану идет бювет на улице Теремковской в Голосеевском районе. И еще следующим, это проспект Червонозоряный, раньше он назывался, сейчас, по-моему, Лобановского, если не ошибаюсь, возле дома номер 8 ориентировочно. А вот яка техника та яка кількість співробітників взагалі задіяна над встановленням нового бюветного комплексу? Який це процес? Это достаточно сложный, долгий процесс, да, количество спервобитников я, наверное, не скажу, потому что это, во-первых, я расскажу время, которое это занимает. Так. Это ориентировочно месяц-полтора идет процесс, и он последовательный. И люди, как и техника, задействованы последовательно, не вся одновременно, да, а очень последовательно, поэтому не знаю, если в общем их сложить, ну, ну даже сложно мне сказать, сколько это людей и какое количество техники. Якщо говорити про те, чи всі старі бювети можна відновити, і що стосується обладнання, і те, що стосується води у скважинах? Ну, бювет – это такое, я бы сказала, сложное инженерное сооружение, да, и мы зачастую видим внешнюю его часть. Это вот альтанка и краны, из которых мы набираем воду. На самом деле, к тому, что мы видим, еще отдельно, где-то там чуть дальше, находится сама свердловина и еще камера, в которой расположено это оборудование. Поэтому ответить на вопрос, можно ли возобновить работу бювета, как я сказала, это уже это целый комплекс. И вот, допустим, сейчас, ну, то есть мы обычные жители, или бювет понимают, ну, вот внешнюю часть, это колоночка, с которой течет вода. Поэтому возобновить работу, это то, что я вот с самого начала говорила, это зачастую сделать новую скважину. Так вот, возобновить или построить новую, здесь вот такой вот вопрос очень... Для людей это возобновили работу, а для технических специалистов это сделали новую скважину. Ну, от як взагалі визначають місце для нового бюветного комплексу? Чи можуть, наприклад, подати мешканці певну заявку, щоб на тому чи іншому місці з'явився новий бювет? Как я уже тоже в самом начале сказала, очень важно, да, бюветы были раньше построены, это было в те времена, когда у нас произошло, ну, там, несчастье в стране, да, это был Чернобыльская авария, все воды поверхностные были загрязнены, и поэтому, ну, вот в Киеве были построены эти скважины, чтобы люди могли пить чистую артезианскую воду, да. Вот исторически так сложилось. Поэтому основной первой задачей для города является все-таки восстановление тех
бюветов, которые раньше были построены, и уже только потом, ну, можно говорить о том, что давайте построим еще новые. Ну, потому что нужно сначала сделать то, что, ну, долгое время не работало по разным причинам. От як багато часу проходить від моменту визначення, що тут буде бюветний комплекс, до того моменту, коли він вже відкриється? Довго. Да, ну, то есть есть процедура сначала утверждения самого бюджета. Ну, допустим, если мы сейчас, вот в сентябре, как раз только начинается процедура утверждения бюджета на следующий год. После того, когда в следующем году все-таки его утвердили, это где-то февраль месяц, мы можем заключать договора на проектирование. Сам проект самой скважины длится довольно-таки долго, потому что требует очень многих согласований. То есть где-то месяца три, а то и четыре только утверждается, согласовывается проект. А потом плюс еще процедура заключения договора на бурение скважин. И вот если от принятия решения до конечного результата, от там 9 месяцев до... До года проходить. Ну, от, власне, цього року міська влада виділила 17,5 мільйонів гривень на проведення робіт на бюветних комплексах столиці. Це багато чи мало порівняно з іншими роками? І чи вистачить на всі плани, можливо? Да. Ну, на все планы выстачит. Вот все, что мы планировали, деньги выделили, и хватит на, ну, на все планы, которые запланированы в этом году. Опять-таки, 100% потребность в бюветах, она в этом году не будет закрыта, потому что она распланирована до 2020 года. Но в этом году все, что запланировали, мы все сделаем. Що стосується якості води, як часто беруться лабораторні дослідження цієї води і, ну, як мешканцям дізнатися про те, що вода там дійсно питна? Ну, анализы воды берутся, естественно, по регламенту. Все регламентировано, никто ничего, ну, там, не придумает, законодательно утверждено. Санстанция в весенне-летний период проверяет 2 раза в месяц. Почему? Потому что чаще может появиться бактериология. Зимой, в осенне-зимний, 1 раз в месяц проверяет качество воды в бюветах. Плюс дополнительно мы сами, то есть обязаны делать ежеквартально анализ воды на каждом бювете. Анализы вывешиваются на бюветах. К сожалению, они очень часто почему-то обрываются. Ну, есть такая, так сказать, такой нюанс, может быть, где-то, ну, его и не повесили, но как узнать, можно обязательно воспользоваться телефоном, который висит, его сорвать невозможно, он нарисован красочкой на бювете, я его сейчас озвучу, 228-91-83, по этому номеру вы можете все узнать о том бювете, который вас интересует. Плюс, опять-таки, качество, если санстанция находит какие-то отклонения, мы сразу реагируем, да, то есть это моментальная реакция, мы не ждем, ну, то есть санстанция нам не пишет писем, точнее пишет, безусловно, но сразу звонит, и мы должны провести санитарно-технические работы в бювете, и очень часто летом, да, ну, в связи с, опять-таки, когда жаркая погода, в связи с появлением бактериологии, бюветы стоят на промывке, ну, то есть их проводят сначала санитарно-профилактические работы, а потом где-то на несколько часов, а иногда даже на сутки ставят на промывку. Вот когда просто течет вода, ну, со всех колонок, то это нормально. Это значит, проходит санитарно-техническая обработка этого бювета. Ну, часто бывает таке, что мешканці кажуть, что вода с бюветів має такий от своєрідний специфічний запах. Це можна сказати, що вона є справді питною, її можна вживати? Да. Сейчас объясню. Опять-таки, это вода живая. В каждом бювете, точнее, бювете скважины, в бюветах глубина скважин очень разная и имеет разные критерии, да, каждая скважина индивидуальна, нельзя сказать, что они одинаковые. И вот, собственно говоря, некоторые параметры имеют определенный запах. И вот запах даже сероводорода – это нормальный запах, запах немножечко... такого вот, как сырости, да, это тоже нормальный запах. То есть смотрите на анализы. На самом деле самое важное, чтобы анализы соответствовали нормам Держсанпина. Запах не всегда говорит о том, что эта вода плохая. Зараз популярним стало смс-інформування від центру 1551. Чи не плануєте вводити теж таке інформування щодо якості питної води і закриття або відкриття бюветів?
Ну, пока не думали, но, наверное, ну, знаете, это как мне даже задают вопрос, а вы вообще интересовались тем, что сколько вообще людей туда ходит? А второй вопрос, а вы интересовались, кто туда ходит? Ну, так вот, и сколько людей, ну, немножко интересовались? И, наверное, нашего потенциального клиента мы тоже знаем в лицо. В основном это население, ну, немножечко за тот возраст, который пользуется, в принципе, телефонами, уже не говоря про то, что пользуются смс-ками. Дякуємо вам, пані Світлано. Так, ми дякуємо, що завітали до нас і нагадаємо вам, що гостем нашої студії була генеральний директор спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська. Говорили про те, скільки бюветів запрацює до кінця року у столиці та яких факторів залежить якість питної води у Свердловині.